Лев Бакст – ярчайший представитель эпохи модерна, художник, сценограф и иллюстратор, стал одним из VIP-персонажей «Черешневого леса». В рамках открытого фестиваля и при поддержке Банка ВТБ в Музее изобразительных искусств открылась масштабная ретроспектива работ Льва Бакста. С красной дорожки этого феерического проекта репортаж Анны Галинской. Несмотря на антураж, это не открытие кинофестиваля, но почти еще один старт театрального. Музей изобразительных искусств сегодня во власти Черешневого леса. С должным пафосом представляют работы Бакста. И в первый день, в день открытия, тем, кто его костюмами, театральными эскизами, да и живописными работами обязательно должен вдохновиться. Бакст до сих пор вдохновляет всех, кто связан с искусством. Он известен как художник, создающий атмосферу, что важно и для артиста, и для дизайнера. В этот день Бакст собрал всех, кому эта атмосфера фейерверка необходима. Красная дорожка, софиты. В серебряном веке было бы экстравагантно, но не в нашем. В первую очередь это ради тех, кто приходит в Пушкинский музей, в Черешневом лесу или без Черешневого леса. В день рождения Пушкина музей его имени принимает огромное количество гостей. Сразу несколько праздников отмечают в один день. Ольга Свиблова свой. Наряды по мотивам Бакста – обязательный пункт в день рождения. Что нам дает больше всего счастья? Мне, конечно, искусство. Когда сегодня открывается такая гениальная выставка, одна из моих любимых художников. Бакста, эскизы даже у меня дома висят, и одни из моих любимейших. Но как я могла не прийти? Бакст известен как создатель мифов о себе. Скрывал дату рождения, родной город, не говорил о финансовых трудностях семьи, зато упоминал о том, что был царским художником. Бакст окружил себя тайнами, над которыми до сих пор бьются исследователи. Будучи свободным человеком, свободным художником, который может позволить себе больше, чем ординарный, чем художник, замкнутый в системе штампов, этим Бакст и хорош. Художник, который повлиял в огромной степени вообще на формирование представления об искусстве, о декоративном искусстве не только в России, а в большей степени в Европе. 250 работ, несколько этажей, целая ретроспектива. Графика, портреты, эскизы декораций, театральные костюмы. Большая редкость в одном пространстве увидеть живописи, ткани, формы, женские силуэты, реформаторские для того времени. Я уверен, что его восприятие вот такой яркости, таких специй, таких потрясающих ингредиентов было, конечно, пропитано скорее не Москвой и не Петербургом, гораздо более чопорным, гораздо более строгим, а вот его потрясающим представлением о той Греции, которую он увидел. Бакст разрабатывал дизайн украшений, сумок и даже париков, но знаменит он прежде всего сотрудничеством с Дягилевым и своими проектами для русских сезонов в Париже и Лондоне. Тогда его имя гремело, да и сейчас художники слышат эхо. О, да, не только художники, и хореографы, и режиссеры. И вообще, мне кажется, что это настолько объемная вещь, это наследие бакстовское, что мы, конечно, будем еще питаться и питаться им бесконечно. Бакст изменил способ существования артиста на сцене. Его костюмы не просто позволяли двигаться, а заставляли делать это красиво. Он сочетал экстравагантность и чувство меры, что и принесло ему мировую славу. Анна Галинская, Игорь Иванов, Новости культуры.